Маринет очень доверяет Эдриану. Вальбина, ты должна подружиться с Эдрианом, чтобы он украл сережки у леди Бак. Хорошо, бражник. Эдриана я беру на себя. Ждать. Надеюсь, у меня получится в этот раз с первого раза. Аккуратно! Бомбёшечки! Так, Вальбина, а ну отойди, пожалуйста, дай мне попробовать пройти. Бомбёшечка! Нет, не... давай сюда. А мне 9 щитов собрать? Шлемов. Шлемов или щитов? Подождите. Шлемов. А ну давайте смотреть, шлемов, точно, как уже нарисованы шлем. Она что, раскроет тайну, да Леди нет. Баг? Да ничего у нее не получится. Привет, ребята. Всем привет. У нас сегодня продолжение Леди Баг. И Суперкота. Да. И сегодня у нас одна из самых необычных серий, потому что мы будем останавливать Вальпину, которая Вальпина заигрывает с Эдрианом, представляете? Да. И задумала, ну потому что ее бражник заколдовал, да. Она не просто так это делает. Она пытается... Раньше она была, она дружила с Леди Баг. Она дружила с Леди Баг? Да, по серии она по серии, а потом? А потом, потому что ее Леди Баг обидела. Чем она ее обидела? Это ей Леди Баг сказал, да. А что? Что произошло? Ребята, пишите мне в комментариях, кто помнит, что произошло в этой серии. Я, честно, забыла уже. Ты уже забыла? Ну, я знаю, что ребята хорошо смотрят Леди Баг. Так же самое ее любят, как и мы. Мама, ставьте вот свои пальчики вверх. Да, Валерий, ты молодец, хорошо проходишь за Маринет. И твоя Маринет превращается в Леди Баг. Как раз эти сережки пытается Альпина похитить. Да. Потому что в этих сережках? Тайна Леди Баг? Ребята, пишите в комментариях, кто хотел бы это уже, чтобы Эдриан был с Маринет. Знаешь, почему он хочет? Почему? Потому что он хочет стать всесильным. Если соединить их два талисмана, то... Так, ну что, Валерий, твоя следующая очередь. Твоя задача собрать печенюки, а мы заодно с ребятами сейчас обсудим серии, которые мы смотрим Леди Баг. Ребята, не врезалась. Ты смотри аккуратнее, не врежься, потому что ты там это что-то по школе носишь. А, аккуратно, приседай. Ребята, если вы помните, мы с вами в прошлой серии обсуждали уже вашу любимую серию Леди Баг. Спасибо огромное за ваши комментарии, мы получили очень много ответов. Ребята в основном написали, что, конечно, они больше всего любят Леди Баг. Ну, как и да все, наверное. Серию. А серию очень многие хотят уже в финал, на самом деле. Я думаю, как и мы тоже. Пятый сезон. Да, вы слышали, что будет 5 сезонов? Да. 5! А я уже начинаю за Эдриана. Он машет рукой, говорит всем привет. Мы начинаем. Подписывайтесь на канал наш новый, который так, вы сейчас... Не отвлекайся. Так, я не отвлекаюсь, чтобы не стратить. И километр. Ребят. Мы очень рады вас приветствовать на нашем новом канале, если вы еще не заметили, что вы не на Валеришке Сим, а на Валеришке Плей. Да. Мы сейчас с вами победим, надеюсь, Вальпину и соберем весь каламберчик. А также мне очень любопытно узнать, кто уже мечтает, чтобы Леди Баг и Суперкот узнали, что они Эдриан и Маринет. Да сейчас она уже прям не терпится, на самом деле. Узнали, кто бражник. Ты очень хочешь знать, кто бражник? Но мне кажется, это будет просто вот взрыв вообще эмоций, если Эдриан узнает, что бражник и его отец. Вы можете себе это представить? Да. Я, мне кажется, я просто буду ждать эту серию с нетерпением. Мама, он в обморок упадет. Да я сама упаду в обморок, когда это увижу. Но я не знаю, ребят, как вы думаете, они дотянут это до 5 сезона, вот прям до последней серии, когда Эдриан просто станет такой, папа, ты бражник? Но ведь бражник на самом деле тоже не знает, что Эдриан его, ну, как бы, сын, да, получается? Да, суперкот. Ну, что суперкот его сын, да, вот, все верно. Так, ну, я пока с вами поболтала, уже и уровень прошла. Достаточно быстро. Валерий. Все, Все, Вальпина, ну, все, ребята. Погнали. Готовы? Гони. Мы сейчас будем ее побеждать. Слушайте, какая она прикольная. Ага. А нам не, знаешь, напоминает сразу же костюм, который мы, помнишь, в Роблоксе? Прикольно. В этом, в Леди Баг одевали. Ну что, а чем это на нас стреляет, ребята? Стрелами. Это что это за стрелы у нее такие сумасшедшие? Они так, Валерий, давай, ты должна пройти этот уровень. Мам, ты тоже беги. А я за тобой. А, смотри, мам, как... потом ты будешь бежать, да. А я за тобой. Да, сейчас ты первая. И мне нравится, кстати, как в Леди Баг садится на шпагат. Вы видели? Она такая, пу, в прыжке. И скользишь ты, прикольно, мне нравится. Класс, как будто ты на сноуборде или как будто ты на лыжных этих, да, каких-то соревнованиях. Ребята, ну вообще с Вальпиной прикольная серия, на самом деле, мне тоже она нравится. Смотри, вот у нее стрелы летают.
металла. А, Валерит! Есть! Ну, ты очень быстро прошла, я тебе могу сказать. Я тебя поздравляю, молодец. Ну, теперь осталось еще только мне пройти, да, ребят, в Альпину. Ну, а мы с вами приходим в уровень 6-6. Это что за самый злобный уровень? Мама, хорошо, что не 666, да, ребят? Мама, это какой уровень? Это самый злобный у тебя уровень, да, Валерий. Да нет, мама. Я не знаю, какой это. Тебе нужно 25, по-моему, починить. Какой босс? А, босс будет Альпина, только я буду тогда побеждать ее. Ты победила, потому что мы убегали от нее. А теперь мы будем ее догонять. Да. Итак, Валерий, представляю, как ты сейчас будешь проходить свои преграды. И мы сейчас быстро проползаем. Так, все, бежим. Скорее! Аккуратненько. Валерий, я не знаю, как ты чудом выжила. Это мне кажется, ты могла... А, точно, у тебя был просто защитный шлем. Кстати, кто катается на роликах, обязательно одевайте шлем. Валерий чуть не упал. Аккуратненько. А, смотри, у тебя уже много детей. Мама, я устала. Не уставай, давай, тебе немножечко осталось. Ты уже 29 собрала. Ну, чуть-чуть протерпи, продержись. Прыжок. Валерий, ты чуть-чуть истратила бы. Да. Так, еще немножко в красную машину. Бежим. Ребята. Ай, аккуратно, давай прыгай. Валерий, ты, кстати, какую последнюю серию смотрела про Леди Баг? Там, что где, там? Там, где они узнали, что... А что там? Там, где они... Аккуратно только. Пытались узнать, кто бражник. Да, это вот и это было? И Леди Баг думала, что это отец Эдрин. Да, это, кстати, моя самая любимая серия. Мы ее как раз с вами обсуждали в прошлый раз. Но вы много... Так, мама, ничего не говори. Валерий, ты быстро прошла. Смотри, приколочка. Маринет. Кстати, кому нравится Маринет, пиши в комментариях, ставь свой пальчик вверх. А мне 9 щитов собрать? Шлемов. Шлемов или щитов? Подождите. Шлемов. А ну давайте смотреть. Шлемов точно. Вверху же нарисованный шлем. Так я тоже удивилась. Думаю, что за... Я неправильно прочитала. Ребята. Так, аккуратненько проползаем вниз. Ни один мне шлем не попался. Отлично. Где хотя бы один шлем? Вон. Что мне собирать? А, вон. Есть. Один. Готов. Так, я продолжаю свой уровень, ребята. Мне нужно тоже пробежать мимо Вальпины и победить ее. Да, мы сможем пройти этот уровень. Мама, это ужас. Валерий, аккуратно. Мама, паровозик, что паровозик? Паровоз мне здесь еще приехал, ребята. Так, бежим, так, что паровозик. Так, аккуратно, мы сейчас должны с тобой пробежать сюда, прыгай. Так, шарики, не надо к нам. Ребята, что происходит? Почему они так быстро появляются? Шлем. Что за ур? Вообще такая мега скорость уже. Боже. Я еще в секунду врезалась бы. О боже, магнит. Очень мало шлемов, заметили? Я, кстати, думала, что 7 шлемов сейчас соберу за одну секунду. А нет, нетушки, нет шлема, вообще нигде. Куда, где мне их найти? Где шлем, мама? Не знаю, ребят. Мама, обратно. Это ты куда-то запрятала? Есть еще один шлем у меня, ребята, мне осталось всего парочку шлемов. 4 шлема. Мне надо забежать в школу. Мам, так. У тебя 4 шлема. Да? А мне казалось, что мне 7 нужно собрать. А нет, 9, ты права. Так, ну уже, аккуратненько проползаю, пробегаю. Один шлем остался. Где он? Где спрятался шлемик для меня? Я хочу суперкотом бегать. Почему я до сих пор Эдрианом? Ну, что-то я не превращаюсь в этой серии, да? Вот, потому в этой части. Что, как и я начинала с первого уровня, я не превращаюсь. Ребята, как я прошла только что? Я сама не знаю. Чудом. Какой вообще уже быстрый уровень. Ребята, кто играет в эту игру? Напишите, шокер. На каком вы уровне. Мам, ты шокер. А, я шо. Я уже, честно, думала, все. Мам, я не смогу. Эдриан, такой. Эдриан, молодец. Так, у нас уже 70-й уровень. Мама, погнала. Приготовитесь. О, боже. Наш суперкот сейчас будет побеждать. Да, ребята, все, готовы? Погнали. Наша... Гони! А, Вальпина, ну, давай, мы тебя сейчас будем побеждать. Надеюсь, у меня получится в этот раз с первого раза. Аккуратно. Бомбешечки. Так, Вальпина, а ну отойди, пожалуйста, дай мне попробовать пройти. Бомбешечка. Нет, не... давай сюда. Бомбешечка. Влево. Бомбешечка. Нет. Подожди, мне не получается. Стрелой. Так, сюда, вправо, Бомба. Влево. Стрелой. Давай сюда. Беги. Валерий, я не знаю. Я быстрее сюда. Ай, хорошо, что еще скорость не сильно большая. Ребята, как мне пройти? Так. Так, сюда. Она кидает такие стрелы, что ой-ой-ой. Так, сюда. Вправо, ребята, быстрее. Нет, влево. Блин.
влево, надо было влево. Надо было влево. Надо было влево. Все, ребята, я сосредоточилась. Альбина. Почему Валерий получается с первого раза? Я знаю, у меня нет. Иди сюда. А, Валерий, ты чуть не стрельнул. Видела, ты, получается, она в тебя попадает, а ты мне помогаешь. Помогай, Валерий, мне проходить. Так, мне надо бежать прямо. Так, надо аккуратненько, не спешить. По центру. Так, аккуратно, по центру. Влево или вправо? А, влево. Нет, 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 прямо, прямо, прямо. Валерий, ты молодец, мне помогай побыстрее. Давай сюда. А, не пропусти, мне надо в центр. А, давай хотя бы справа попробуем. Слушай, а ты не можешь бежать просто передо мной, например, нет? Мы тогда бы проиграли? Как вы думаете, если ты бежал бы вот так вот передо мной, разбивала бы их все? Нет? Нет. Нет? А почему нет? Это было бы очень просто, ребята. Ага, мама. Ну, Альбина, давай же ты уже побеждайся, я уже сколько бегу? 12, 13, ну уже 14. Беги, Альбина, какая ты сильная. Слушай, она наверняка там еще и с Хлоей договорилась. Ай, ай, ребята, я сейчас страчу. Нет, 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 мне надо пройти. Альбина, давай уже 21. А, ребята, поддержите меня, пожалуйста, боже, чтобы я прошла. Я уже нет, не могу. Нет! Мои силы заканчиваются. Ну, 24, ну. Yes, наконец-то. Что за сегодня вообще мега уровень? Альбина сильнючая. Или я прошла? Мама, божечка. Фух, ну что, секрет Леди Баг остался. Мы будем ждать новой серии Леди Баг, чтобы узнать, когда же все-таки она уже встретится с Леди Баг, с Суперкотом или Эдриан с Маринет. Мы были очень рады вас видеть. Они так уже влюблены, вопрос только, чтобы они наконец-то узнали друг друга. Мы были очень рады вас видеть. Всем классного настроения. Спасибо за ваши комментарии, пальчики вверх. Всем пока-пока! Встречаемся в следующей серии. Точно.